Я из Москвы. Я пришел к коллегу Гудвину на лечение, потому что у меня были проблемы с поясницей, с плечами, плечи болели, колени болели. Были проблемы, вот еще раз скажу, с поясницей, да, и одна нога короче другой. В общем, я хотел, чтобы Олег посмотрел, продиагностировал все мое тело, вот, с чем он справился, и очень хорошо, и у меня все прям хрустело с ног до головы, он меня, как говорят, обработал, поэтому, ну, мне все понравилось сейчас, мне хорошо, мне легко, вот, я чувствую, что у меня все на месте. Поэтому я вам рекомендую приходить к нему, и вы не пожалеете.